Да блин! Давай! Ну отлично просто. Marshall starts up. The third period is over. This game's show. Marshall starts up. The third period is over. This game's show. Marshall starts up. The third period is over. This game's show. Marshall starts up. The third period is over. This game's show. Marshall starts up. The third period is over. This game's show. Marshall starts up. The third period is over. This game's show. Marshall starts up. The third period is over. This game's show. Marshall starts up. The third period is over. This game's show. Marshall starts up. The third period is over. Starts up. The third period. Да твою мать! Да кто там из них-то? Да куда, Иисус? Где все это ёбарасы-то? Да ё-моё, что творится-то вообще? Ты, что творят-то, демоны? Да блин! Чего? О, пожалуйста, только не надо секретного мира девятого, не надо, пожалуйста, не хочу девятый мир секретный, не надо секретных уровней. Ну, чего вы еще от меня хотите? Да ну вас надоели. Прям мои слова к зрителям. Все, что ли, правда? И это за... Блять, топовая заставка. Иисус. Такой потел, да, мелким сидел, потел, блин. 25 лет проходил игру такой, наконец-то прошел, думаешь, блин, ну наконец-то сейчас увижу заставку. Чего ты охотишь-то, надоели? Итак, на зал выходит Крис Бенуа, по прозвищу канадский уродец. Раньше он входил в группировку «Молодые бунтари». С кем же он будет драться, я уже подозреваю. С кем он будет драться, подозреваю. Не хочу говорить, но, по-моему, вы тоже понимаете. Безусловно, после того, что было за кулисами... Вау, фанаты Маленко, значит, сейчас выйдет наш... Простой украинский парень Дим Маленко. Он член, по-прежнему член, дорогие друзья. Он член группировки «Молодые бунтари». Долгое время Дим был лучшим другом Криса Бенуа, об этом я уже говорил. Недавно они вместе ездили в турне по Японии, и началась махаловка! Вот это да! Вот она драка! Вот она драка! Они мочат друг друга, эти два голых джинсовых парня. Сейчас кратко предысторию. Они носились недавно вместе по турне. В турне ездили по Японии. Но когда Дин и Крис вернулись в Америку, Дин Маленко предал Криса Бенуа. Это, кстати, свойственно тем, у кого фамилия заканчивается на «ко». И я не себя имею в виду, конечно же. Вот. Дин Маленко предал Криса Бенуа. Ну, примерно как Украина предала нас, нас Россию. В начале 90-х годов. Так. Напал на него, сзади ударил, могу сказать, Дин Маленко напал на Криса Бенуа и ударил стулом по спине. Стулом по спине. Вот. Ну, видели, что несколько минут назад видели, как, естественно, Крис Бенуа не остался в долгу. Съездил подставками для ящиков деревянными по Крису Бенуа. И вот сейчас несется настоящая бойня. Вау! Инициативу перехватил, сейчас перехватил Крис Бенуа. Ой-ой-ой-ой-ой! Что должно твориться сейчас с анальным отверстием у
нашего дорогого Дина Маленко, я не представляю. Я представляю. Он плачет. Он оплакивает сейчас, вы видите, свой, так сказать, нижний этаж. Да, вряд ли какой-нибудь проктолог уже поможет Дину Маленко. Вы посмотрите, ни уролог, ни проктолог, ни венеролог уже не помогут нашему Дину Маленко. Дин Маленко пытается собраться силами, ему это вроде бы удается, судья сдерживает. Получай же ты, подлец, мой бывший друг, мой бывший товарищ, получай, украинская морда, вернее, сейчас в данный момент украинское пузо, по которому лупит ногами, естественно, Крис Бенуа. На! Засадил по морде, вот это да, дорогие друзья, не верю своим глазам, не верю. Матушки мои, боже мой, вот это да, уже Дин Маленко никакой, удастся ли ему перехватить, удастся ли ему сделать перехват инициативы, а Крис Бенуа все норовит атаковать нижнюю часть организма Дина Маленко, да, неужели это будет сейчас знаменитый, да! Это бросок спиной о ринг с высоты канатов. Часу, то так сразу прямо налетают. Блин, пожалуйста, только не надо меня смывать. Нет, да сука! Блять! Стой, сука! Блять! Пидрила!
Шланг и медальон. Что же из этого может получиться, интересно? Это неиграбельно. Нет. О господи, вы чё, серьезно? Да почему нельзя все это поставить передвижение на крестовину, то они чё, аутисты? О боже мой. Блин, это управление. Я так не могу играть. Это бред. Это, блин, это бред настолько, насколько вообще возможно, в принципе. Как им пришло в голову вообще такое сделать? Вот это финал напряженный, да? Все, блять, нахуй иди, просто, блять, нахуй, блять. Самая уебанская игра, которую я пока что, блять, играл на РГГ. Блять, просто самая уебищная, которая только возможна. Блять, вот даже тот текстовый квест со Спектрума, ебаный, где нужно было куклу в навоз сувать, она была, блять, лучше, блять, в миллиард нахуй раз, в миллиард, блять, чем этот ебаный высер, блять. Что? Блять, не за день только. Да сука! Блять, ретард, да ну ёбаный в рот! Да блять! Вот так вот. У нас за убийство, блять, полагается убийство, сука, взрывайся. Все? Правосудие. Я не хочу вот играть, я хочу играть в FIFA. Почему он упал и поехал на пузе? Что? Тихо, бля, погоди, не ультуй. Да сколько это будет продолжаться-то, алло? Бля, это дресня электрическая, как пить дать. Больно, больно.
Так, это босс, да? Это у вас босс, да? Так, как работают шарики, как вы думаете? Логичный сюрприз положить, шарик должен лететь наверх, наверное, да? Ладно, давайте мы для пущей накалки страстей включим музычку из игры. Да, ну 20 шаров, я думаю, должно хватить. Я думаю, шарик должен лететь наверх. Так, она прыгает. Ебать, блядь, батлтоц! Батлтоц! Нихуя себе, она вообще чего может? Два. Блять, промазал. Три. Четыре. Пять. Батл тот! Шесть. Семь. Восемь. Бля, я мажу, чуваки. 9. Бля, мне пиздос, походу не хватит. Ну, если там не 15, конечно, надо. Десять. Так, плющит ее. Окей. Если надо 20, то мне пердак. Даже при идеальном раскладе я ее не заовню. 11. 12. Бля! Ну хорош, ну чувиха. 13. 14. Бля, момент истины. И я проебал. Надо фидонить. Ну что, 15 или больше, как думаете? Блять, неужели? Congratulations by stabilizing the structure of the World Matrix between the real world and cool world, you have saved both universes. Так, все? Все? Все, я же прошел? Это, блять, это издевательство. Это серьезно, это типичный Ocean, да? То есть опять, как в Адамсах. Прошел игру и гейм овер? Подождите, мне надо лонгплей глянуть. Cool World, NES, Long Play. Ну да, то же самое. Game Over, да? Game Over. Классно. Вот и поиграли. Супер, да? О, господи, боже мой. Все. Блин, я реально боялся, что сейчас я сольюсь, короче, пока будет еще один трай, наберется на плюс игру сабов. Я так этого боялся, просто так боялся. У меня аж руки вспотели, когда я в него шарами стрелял. О, боже мой, сколько? 125 дней. 125 стримов. Класс. У меня до сих пор руки, блин, дрожат.